Граффити – популярное уличное искусство, которое отражает современные реалии и тенденции. В преддверии Дня молодежи в рамках проекта «Генератор ЗОЖ» на стадионе ИКАР появился красочный стрит-арт, посвященный спорту и здоровому образу жизни. И эти рисунки, они всегда в радость, и они доставляют удовольствие, потому что ты рисуешь, и на твое творчество смотрят люди. Надеемся, что кому-то это нравится. По словам художников, такие работы требуют не только аккуратности и точности при создании. Здесь важнее смысл, который вложил автор в свой рисунок. Художники искренне надеются, что новое граффити будет не только радовать глаз, но и вдохновит саровчан на занятия спортом. Самое сложное – это идея, концепция. То есть мы живем сейчас в эпоху информации, да, и самое ценностное в рисунке это смысл, который закладывает художник. Юные саровчане не остались равнодушными к новой инсталляции. Ребята с интересом наблюдали за работой художников и с нетерпением ждали, каким будет результат. Цвета очень приятно сочетаются и прикольно получается. То есть мне нравится, когда вот так вот занимаются граффити. По словам ребят, они надеются, что еще не один стрит-арт украсит улицы нашего города. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.